состоялось заседание Координационного совета территориального объединения профсоюзов Павлодарской области. На повестке вопросы развития социального партнерства на предприятиях и профилактики трудовых споров. Первостепенная задача профсоюзов на предприятиях – защита интересов и прав трудящихся. В практике малых учреждений часто встречаются нарушения трудового законодательства, а сотрудники в силу малограмотности или из-за боязни потерять место не могут отстаивать свои права. С начала года территориальное объединение профсоюзов провело уже 25 мобильных консультативных столов для рабочих на предприятиях. Мы всегда стараемся, чтобы в протокольные решения вошли правильные пункты, наши рекомендации были учтены. Всегда включаемся в вопросы, когда докладывают, например, на каждом заседании докладывают представители предприятий именно отдела по технике безопасности, либо первые руководители. За круглым столом собрались члены Координационного совета, председатели территориальных структур отраслевых и локальных профсоюзов Павлодарской области. Спикеры представили свои доклады на актуальные для работающих граждан темы: развитие социального партнерства в образовательных учреждениях, о коллективном договоре, профилактике трудовых конфликтов и в целом о правах трудящихся на предприятии. Также в заседании приняли участие председатель Федерации профсоюзов Казахстана и его первый заместитель. Ранее они посетили крупные предприятия региона, чтобы выслушать предложения заводчан. Поднимался вопрос пенсионного возраста, выхода на пенсию для лиц, занятых во вредных производствах. Мы, как Федерация профсоюзов, своей концепции, своей доктрине еще в 2020 году отметили, что будем поднимать вопрос по изменению выхода на пенсию, возрастного выхода для лиц, занятых в тяжелых и вредных производствах. Естественно, этот вопрос, он не лежит в такой вот плоскости, что вот если профсоюз об этом заявляет, значит, он будет завтра принят. Все это зависит от депутатов парламента. Мы со своей стороны на заседаниях Республиканской трехсторонней комиссии, на заседаниях рабочих групп постоянно говорим, что люди, работающие в шахте, люди, работающие на металлургическом комбинате, они нуждаются в снижении этого пенсионного возраста. По словам первого заместителя, бесправность людей часто следствие того, что профсоюзный лидер под рукавом руководителя и работает только в его интересах. Раиса Мургунова, Юрий Белевский, РТС Акпарат.